Всем привет! В этом видеоуроке я бы вам хотела показать, как сделать правильно кольцо амигуруми, скользящую петлю или волшебное кольцо, так еще называют. И хотела бы вам показать, как набирать в него столбики без накида. Ну, например, возьмем 10 столбиков без накида. Делаем, зажимаем между большим и двумя пальцами указательным и средним ниточку, кончик ниточки левой руки, обматываем, дальше придерживаем ниточку, натягиваем и крючок вводим под образовавшуюся петлю вокруг пальца, захватываем ниточку и в эту петелечку снова захватываем ниточку, выводим ее. Это мы закрепили наше кольцо. Теперь делаем, к примеру, 10 столбиков без накида. Вводим под вот так вот внутрь колечко крючок, захватываем и через 2 протягиваем еще раз ниточку. Смотрите, вводим в кольцо, захватываем ниточку, еще раз захватываем, через 2 протягиваем. Это у нас уже 2 столбика без накида. Снова затягиваем, вводим, выводим через 2 петли, снова в кольцо, захватываем. Захватываем, вводим. Кольцо захватываем. Через 2 снова захватываем петельку. Это у нас уже получается 5 петелечек. И 6 снова в кольцо. Как бы захватываете. Своего рода запомните, что вам нужно выныривать кольцо, захватывать. И через 2 петелечки продевать. Снова в кольцо захватывать. Через 2 петелечки продевать. Вот таким вот образом. Это у нас уже 8. Снова в кольцо захватываете, вытягиваете. 9. Кольцо захватываете, вытягиваете. 10. Петелечку нашу придерживаете вместе с крючком. И с помощью вот этого кончика ниточки хорошо затягиваете. Вот так вот. Просто тянете за краешек и захватываете. Вот оно наше волшебное кольцо амигуруми. С 10 столбиками без накида. Вот таким вот образом. Если же вам нужно делать кольцо амигуруми и в него, допустим, 10 столбиков с одним накидом, делаем это следующим образом. Берем пряжу. Снова крючок. Я возьму пряжу уже другого цвета, чтобы вам было более видно. И понятно, что это мы взяли другое. Беру также крючок большой. Снова делаем между большим и указательным средним пальцем. Зажимаем краешек ниточки. Делаем такой вот обхват ниточкой пальчиков. Натягиваете. Ныряете под кольцо. Захватываете ниточку. Еще раз захватываете ниточку и делаете петелечку. Закрепляете. Вот оно, скользящая наша петля, кольцо. В него ныряете, делаем с накидом. Делаете еще одну воздушную петелечку помимо закрепления. Делаете накид, ныряете в колечко вовнутрь, захватываете ниточку. Снова захватываете ниточку, продеваете через 2 петелечки крайние. Еще раз захватываете ниточку, снова через 2. Теперь снова делаете накид. Ныряете, захватываете через 2, через 2 петли вводите и снова захватываете через оставшиеся 2. Это у нас 2 столбика с накидом с 1. Теперь снова захватываете, ныряете в кольцо, захватываете ниточку, продеваете через 2 петли и снова через 2 петли. Это 3 столбика с 1 накидом. Снова захватываете, ныряете в кольцо. Так вот, захватываете 2 сначала петли, провязываете, и еще 2. Это у нас 4 столбика с одним накидом. Теперь снова захватываете ниточку, ныряете в кольцо, захватываете, продеваете через 2, еще раз захватываете еще через 2. Это 5. Немножечко можете стянуть. Если у вас не хватает места и немножко неудобно, почему скользящая петля, еще раз повторюсь, кольцо. Вот, видите, за крайний, вот за эту крайнюю нашу ниточку
захватываете немножко и протягиваете, вытягиваете, стягиваете колечко. Вот это. Теперь снова делаете накид, ныряете в наше колечко, делаете захват, продеваете через 2 петли и снова через 2 петли ниточку. Снова накид, кольцо, вытягиваете через 2 петли, через 2 петли. Накид, кольцо, захватываете, через 2 петли протягиваете нитку, через 2 петли. Это у нас получилось 8 столбиков с одним накидом. Еще раз накид, ныряете в кольцо, захватываете через 2 петли, через 2 петли 9. И снова накид в кольцо, через 2 петли провязываете, через 2 петли. Теперь держите крючок с нашей петелечкой конечной и снова берете последний вот этот вот краешек вот такой вот и стягиваете. Если же вам нужно закрепить кольцо, вот, делайте соединительный столбик во вторую петелечку подъема. Вот так вот находите ее, отсчитываете. Вот так вот смотрите, вот таким образом. Захватываете ниточку. Еще раз ее продеваете через последнюю петелечку. Вот так. Вот оно наше кольцо амигуруми со столбиком одним, со столбиком с одним накидом. Вот такое наше колечко амигуруми со столбиком с одним накидом. Я надеюсь, что вам мой урок помог. Ровных вам петелечек. Всем пока-пока!